Да, ребята, отжали у нас у русских братьев вот такой аппарат. Трохи він стоїть денег, наверное, полный боевой. Rusiya ordusunun əskər və zabitləri yenə də Ukrayna ordusunun biraz müqavimətini görən kimi böyük bir kolonu ataraq qaçıblar. Hərbi ekspertlər bildirir ki, dünya hərb tarixi hələ belə nizam iltizamsız ordu görməyib. Dari bətə acalı, vrasız, u ruskih bratyev, вот такой аппарат, трохи він стоїть денег, наверное, полный боевой. Будем надеяться, что больше не будет стрелять по мирным людям украинским. Что эти русские загарбники отхватят такой пизды, что больше никогда в жизни не захочется, блядь, идти на украинскую землю. Тут стоит целая колонна, блядь. Это мы неподалеку находимся баштанки. Там стоять колонна, есть машина связистов. Еще чего-то непонятно, блядь. Но это, наверное, самое главное. Добуток. Слава Україні! Смерть ворогам! Хай горять в пеклі!